От городских команд в забеге участвуют 12 человек. Первые два участника по очереди преодолевают дистанцию в 600 метров. Следующие два бегут уже 400. Далее в борьбу вступают спринтеры по 4 участка на дистанции в 200 и 100 метров. Первый этап – это обязательно выносливые, те, кто может длинные дистанции бегать. И второй этап также, третий, четвертый – это те, кто выносливые. А остальные – спринтеры. Командный вид спорта требует скорости, выносливости и слаженной работы. Задача спортсменов – вовремя передать участнику следующего этапа эстафетную палочку, после чего сойти с дистанции. По итогам соревнований среди городских классов команд победу одержали представители Кемеровской области. На втором месте команда из Омской области, третья – у Новосибирска. Мы сейчас находимся в середине турнирной таблицы. Хотелось всегда победить нам на последнем этапе соревнований. Но мы очень переживали из-за того, что мы потеряем палочку. И вот этот мандраж. Непередаваемое ощущение. От сельских команд в эстафетном беге участвуют по 3 девушки и 3 юноши. На первых двух этапах спортсмены преодолевают дистанцию в 600 метров. Следующие два участника бегут по 300 метров. Два финальных отрезка дистанции длиной в 100 метров. Сегодня они полностью выложились, конечно, и принесли, наверное, секунд 25. Лучше, на 25 секунд это очень много. Да. Выбежали из 6, это здорово. Ребята из сельской местности попали на такой уровень, это очень почетно, очень достойно. Сегодня многие бежали на пределе сил и смогли побить свои личные рекорды. Самыми быстрыми среди сельских классов команд стали юные спортсмены из Самарской области. На втором месте Томская область. И всего на 0,1 секунды отстали бронзовые призеры – команда из Республики Мордовия.